9 утра начался технический старт гонки. Сегодня на трассу выходит 14 упряжек. Они пройдут около 70 километров. Погода нам сегодня обещают хорошую, дорога накатана. Посмотрим, как пройдет первый этап. На техническом старте берингии собаки так сильно рвутся в бой, что удержать их могут только несколько человек. В стартовом коридоре падает Анастасия Семашкина. Упряжку удается остановить, и старт пришлось дать чуть позже. Неприятность случилась и у ее мужа. Андрей Семашкин задерживается из-за поломки нарты и уходит в гонку позже остальных. Остальные каюры отправляются без происшествий. Слава богу, настроение хорошее, собачки бодрые. Да, надеюсь, хорошо пройду, с Божьей помощью. Это вообще веселый маршрут такой. Первый. Всего на старт выходят 14 каюров. 7 намерены пройти гонку на традиционной нарте, 7 на спортивной. Длина первого этапа 69 километров. Каюры делают первую остановку на реке Хайрюзовка. Во второй день идут до реки Чабы. Раньше эту дистанцию больше 100 километров проходили за один день. Но в этом году по просьбе каюров этапы разделили напополам. Каюры оценивают этот этап как легкий, зато у группы сопровождения приключения начинаются на первом же сложном участке. Снегоходная нарта с перевозкой для снятых собак и спутниковой тарелкой опрокидывается в реку. Достать ее смогли лишь спустя час. Я не знаю, можно ли назвать эту часть маршрута самой красивой, потому что сама впервые прохожу этот путь. Но виды просто потрясающие. Вы только посмотрите на эти сопки. Нам повезло с погодой, и Быстринский район показывает нам сегодня всю свою красоту. На финише узнаем, как оценили этот путь каюры. Первый каюр Анна Еремина приходит к финишу спустя 3 часа 19 минут. Второй – Валентин Левковский. Его время – 3 часа 29 минут. Третья – Олеся Каримова. Она преодолела дистанцию за 3 часа 39 минут. Видишь, как все у нас трагично. Вот так вот я и шел. Вот эта вот штука туда-сюда, нарта бочком. Но вы этого не заметили. Его старшая дочь, дебютантка берингии Анна Семашкина, первым этапом остается довольна. Она приходит к финишу восьмой. Ну, тяжело сегодня было, хотя, в принципе, бывало и тяжелее, но все равно очень тепло. Снег местами вот такой вот, порошок прям. Вот так классно, ребята справились, молодцы. Не, классно, я подошла, мама же за мной, мама за мной стартовала. Вот. Мама меня догнала, потом я ее обогнала, потом мы встретились втроем, папа, я и мама. Вот. И переживания были хорошие. Красота, мама с папой рядом. На втором этапе река Хайрюзовка, река Чаба, каюры преодолели дистанцию в 63 километра. Этот этап относительно легкий. Первый каюр Андрей Семашкин финиширует через 4 часа 20 минут. Анна Еремина преодолевает дистанцию за 4 часа 27 минут. Третий – Валентин Левковский. Его время – 4 часа 30 минут. Пошел этап хорошо, за исключением того, что я опять сломал нарту. Вчера один полос сломал в одном месте, сейчас в другом месте и еще один треснул. Временно до поселка что-то можешь придумать, какое-то усиление сделать. Сейчас будем помекать. А поселки надо искать полозья, потому что я не доеду на эти полозья до 40. Жарко, и вот когда вот эти вот пошли вот этот участок с буграми, с такими вот, и вот как раз надо там внимательнее было смотреть. И, короче, я именно там сломал полозья. В общем зачете по итогу двух этапов лидирует Анна Еремина, Валентин Левковский и Андрей Семашкин. Александра Радченко, Дмитрий Панов, информационное агентство «Камчатка».